Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня на видео щеночки шпица. Малыши из разных семеек. По возрасту самый старший и самый маленький по размеру — это беленький светленький Торик. Он уже больше не вырастет. Также на видео детки 3-месячного возраста. Это вот такой пушистый рыжик и бело-рыжая девочка. Они постарше, им 3 месяца. И остальным малышам 2,5. На видео также будут наши крошечки. Девочка и мальчик. Мальчик-облизунчик, он сидит на руках. И девочка-хулиганочка. Они получили супер маленького размера. Какая же вкусная девочка. Наши малыши имеют полный пакет документов. Вовремя вакцинируются импортной вакциной Эурикан либо Набивак. Таким образом, могут путешествовать по всему миру. Наши щенки живут в разных городах России и Европы. В основном, конечно же, за малышами мамы и папы приезжают сами. Но бывает, едут и с сопровождением, как самолетом, так и поездом. У нас спрашивают: расскажите, какой характер у щенка? Как же нам про него рассказать? Для нас щеночек самый ласковый, самый умничка, самый игривый, самый послушный. Чтобы ответить на этот вопрос, мы снимаем видео достаточно длинные, чтобы понять, какой же характер у каждого малыша. Сегодня на видео контрольное взвешивание. Каждого щеночка покажем в отдельности. Малышей всех добавим на сайт. Ссылка под видео. И приятного вам просмотра. Хочется всех принять.
Так, девочка, бело-рыжего окраса, Party Color. По весу чуть-чуть больше килограммчика, 50. Мальчишечка наш самый маленький, по весу 580 грамм. Так. Еще один мальчишечка. По весу 60. По весу чуть больше килограммчика, 60. Девочка красавица кремового красивого окраса, по весу 770 грамм. И что это такое-то? Кто тут развеселился так? Вы еще не слышали. Вот. Спасибо, ты мне это говорил, я не Тима, колеса, надо выходить, следующий надо взвешивать. Еще одна девочка, крошечка-крошечка. Курносик-курносик. 610. 610 грамм. Мальчишечка, красивый яркий рыжий окрас, он получился самый крупненький, и по весу кило 350. И еще один наш красавчик, медвежонок. По весу он 15. Чуть больше килограммчика. Килограмм и 20 грамм. Как эти не подложили?
Ну, сюда, на шапку.